подворье было забрано у монастыря. И, Троицкий монастырь. Их переселяют, отправляют на Сенниковский. Подворье Троицкого монастыря. А там организуем сенатские палаты. А уже при внуке, Екатерины, при Александре Первом, там организована оружейная палата. При советской власти, это здание было снесено, это древнее здание бывшего Троицкого подворья на территории Кремля. Оружейная палата приезжает на Кремль. И построили дворец съездов. А к чему я это рассказывал? В Кремле есть Троицкая башня, от нее идет Троицкая улица и упирается в дворец съездов. То есть историческое название 14 века сохранилось, а почему дворец, потому что это близко была подворья Кремля. Это одно из представительств, это уже интересно. Для меня сейчас не Троицкая лавра. А другое было Ильинка, дом 5. Ильинка, дом 5, это Китай-город, там, где биржевая площадь. И поначалу там он постоял двор, а купец Антонов в 16 веке отдает свой дом и земли прилегающие по этому адресу. А потом там Стряпческий дом. А что такое Стряпческий дом?